как найти вот этот вот баланс в декольте? Кто мне подскажет? Ну, раз уж к моей странице ограничили просмотры, то, как бы, наверное, я имею право выходить с небольшим декольте в эфиры, друзья, как вы считаете? Всем привет! Всем хорошей среды! Среда — это, как известно, среда. У нас это маленькая пятница. Всем напоминаю, что мой Boosty-канал в вашем распоряжении. Ссылочка на него будет над эфиром, сверху. Подписывайтесь, там очень много горячего материала, очень много. Всем привет, привет. Как ваши дела проходят вечером среды? 5 часов вечера сейчас. Рассказывайте. Как ваши делишки? Анонимус пишет, что пошел брать крем для рук. Интересно, зачем руки сохнут? У меня, кстати, тоже руки сохнут. У меня руки сохнут от того, что погода такая переменчивая. Ну, я думаю, Анонимус, тебе нужно подписаться на мой Boosty канал, чтобы руки... Руки не зря ты мазал крем. Вот. Вот так. Кстати, эта камера не держала, да? Как моя прическа называется? Я не помню, когда причесывалась. Моя фирменная. Но зато я помню, когда я мыла голову, друзья, поэтому это очень здорово. Блин, а прикольно, блин, слушайте. Мне нравится. Моя прическа. Прическа в процессе эфира была сделана. Ну что, все готовы со мной болтать? Кстати, на следующей неделе, в принципе, могу пофоткаться с кем-нибудь. Ну, я имею в виду фотографы, пишите мне свои предложения, идеи. Готовы рассмотреть для того, чтобы создать новые шедевры для Boosty или для моей Crazy группы. Вот. Не стесняйтесь, пишите мне. Мне нравится воплощать чьи-нибудь идеи. Вот такие делишки. Кстати, мне на этой неделе, знаете, сколько будет? Угадайте, сколько лет мне будет на этой неделе, друзья? Во. Давайте поговорим об этом. Как вы считаете, сколько лет мне будет на этой неделе? Какое ваше предположение? Можете, кстати, в комментариях написать, как вы считаете, сколько мне годиков исполняется.
18 мне пишут. Вот это комплимент. Спасибо, Пабло, за такой комплимент. Мне нравится. Давайте будем считать так. Хотя другие версии я бы тоже рассмотрела, сколько мне все-таки годиков. Что вы такие у меня молчаливые? Ладно, еще минуты три посижу. Буду готова ответить на все ваши вопросы. Вот. Арам пишет, что мне 24 исполняется. Так приятно, кстати, что я такая крошка в ваших глазах. Очень приятно быть малышкой. Надеюсь, вы не специально пишете мне возраст меньше, чтобы сделать мне комплимент, да? Хитрецы. Нет, мне не 18, мне не 24. Скорее даже к счастью, потому что с каждым днем моя жизнь все лучше и лучше, поэтому ностальгировать по прошлому не приходится. Да я многое уже и не помню, забыла. Вот. Тяжело вздохнула. Память, конечно, да, у меня девичья осталась. А еще после короны... Кстати говоря, вы слышали, что, по-моему, корону отменили. Это очень круто. Это хорошие новости. Мы все ее пережили. Я тоже ее пережила, и я думаю, восстанавливаюсь после нее до сих пор. Вот. Типа не это. Что вы молчите? Просто смотрите на меня. Кстати, могу какие-нибудь новости вам почитать, рассказать. Блин. Ладно, потом как-нибудь. Думала вам что-то зачитать, потом такая думаю, зачем? Я напоминаю, что я вас жду на своем Бусти-канале. И мы, кстати, обсуждали, сколько мне лет исполнится на этой неделе. Вот. Никто не угадал, к сожалению. Но у вас есть шанс отгадать в комментариях. А вот какой будет приз для того, кто отгадает, я не знаю. Может быть, никакого, а может быть, что-то, если меня удивят. Если прям дату напишут. Блин, надо подумать, что придумать. Не буду подсказывать, какое число. Вам все очевидно.
В общем-то, хорошего вам всем настроения. Я пошла. Пока. До новых встреч. Блин, вот только я хотела сказать, я пошла, пока, и вы начали резко все присоединяться. Что за... то есть каждую минуту с вами прощаться или как? Ладно, я пойду. Всем пока. До новых встреч в следующем прямом эфире.